Молодец. Вот они, драгоценные шажочки для родителей и для всех, кто помогал малышу на протяжении года. Даже не верится, что этот малыш вынужден был бороться за свою жизнь. Год назад доктора поставили страшный диагноз – вирусный энцефалит. У Радели началась эпилепсия, а за ней – атрофия мозга. Спасение от страшной болезни нашли в Германии. Все-таки мы собрали деньги с помощью всех неравнодушных людей. У нас объявился спонсор, который помогает нам и по сей день. Спасибо огромное ей. К сожалению, не могу назвать ее имени, потому что она пожелала остаться неизвестной для всех. Но огромная благодарность всем. Это в первую очередь хочу спасибо сказать всем, кто нам помог, кто нам помогает до сих пор, кто остается с нами и верит, что все у нас будет хорошо, что Радельчик у нас выздоровеет и будет полноценным ребеночком. Улучшение здоровья Раделя налицо. Закончились приступы эпилепсии. Потихоньку начинает развиваться речь. И появился большой интерес к игрушкам. Нажми на кнопочку. Мама. Нет, мама не будет нажимать его. Но проблемы еще есть. Ребенку необходимо дополнительное обследование за границей. Для этого нужно собрать определенную сумму денег. Сейчас нам нужно ехать на обследование для того, чтобы они оценили наши успехи, чтобы они обследовали его полностью, сделали какие-то заключения, выводы, которые делаются после операции только после 3 месяцев. То есть тогда, когда нам сделали операцию, они еще никаких выводов не делали, они сказали, только после 3 месяцев. Ну, естественно, подкорректировали лечение медикаментозное, мы до сих пор на препаратах, на противоэпилептических. Что-то будут отменять, я надеюсь, дай бог, будут корректировать. Семья мальчика и наша телекомпания обращается ко всем жителям Нижнекамска. Помогите Раделю выздороветь, ведь до полноценного детства у него остался один шаг. Даже незначительная сумма может помочь в выздоровлении малыша. Напомню, что для сбора средств осталось всего 8 дней. Реквизиты вы можете найти на сайте ntrtv.ru или позвонить по номеру 400770. Регина Сулейманова, Максим Липин, новости НТР.